Это и страсти, это и лирика, это и романтика. Как вы уже убедились в этом, музыка, она тому подтверждение. Ну, а после такой романтической композиции хотелось бы вернуться вновь к танцам. Ибо аргентинская культура – это и танец, и музыка, и вокал, и поэзия. И следующая композиция называется «La Jumba» из репертуара оркестра Освальдо Пугльеса. И я с радостью приглашаю на сцену танцевальный дуэт в лице Владлены Захаровой и Андрея Макарова. Ваши аплодисменты. Андрей Макаров. Ваш аплодисмент.